Всем привет, с вами канал Артмания. Закупка на дачу. Вышло мне 815 рублей. Это в кулинарии мама попросила купить. Заварные пирожные, не знаю, сколько стоили. Так, осетинский пирог. Тепленький, кстати. Да. Все на дачу. Так, два блинчика с ветчиной. Кстати, очень-очень-очень вкусно. Ветчина и сыр, по-моему. Это я себе взяла. Так, штрудель. Кстати, они что-то такие маленькие стали, когда только появилась пекарня. Они были прям длинные такие, широченные. Начинки было много. Ну, для привлечения людей, конечно же, да. И блинчики. По 8 штук. 4, да. 8 штук. С творогом и с... Все, что там? Сейчас. И с мясом. Вот. Вот оно, вот это все. Вышло 815 рублей. Ну, в принципе, если вот так вот закупаться на неделю, наверное, нормально будет. Хотя, не знаю, хватит ли на неделю. Если на одного человека, если только. Давайте по ценам посмотрим. Так. Блинчики с мясом 19... А, нет, с творогом, вот. 19 рублей стоит. Блинчики с мясом 33 рубля. Ну, это мясо. С ветчиной 27 блинчики. Штрудель 95 рублей. Осетинский с курицей 90. И заварной 40. Офигеть. Вот тут, кстати, цену я не знала. 40 рублей. 4 штуки взяла. Ну, хорошо, хоть 4 взяла. Вот оно и вышло. По чуть-чуть, вроде, вы знаете, блинчики 19 рублей, ну, господи, что такое 19? 33, там, 27, да, а вот выходит потом это все, 815 рублей, это же офигеть, мне когда сказали, я думала, там рублей 500 у меня получится, думаю, ну, нормально тогда будет, а мне 815 рублей с вас, ну, я картой платила. Ой, честно, это так дорого, 800 для меня это дорого. Если вы понимаете, если бы это было, допустим, выпечки, у меня целый стол завален, то есть я купила реально много, тогда да. А тут, ну что тут по сути, вот блинчики, да, там покушать, это вот, на дачу берем нас 4 человека. Это на 2 раза, вот там 8 штук. Каждому по одному уже все. Штрудель тут вот тоже. Короче, такая закупка на даче была, маме я помогла. Мама говорит, что у нее очень много денег уходит, когда мы собираемся ехать на дачу. Теперь я понимаю. Я думаю, как так много уходит? Что там, думаю, больно-то покупать? А еще основные продукты. Купить яйца, молоко, мясо, хлеб, две буханки. Того всего. И же вообще вот так просто поехать на дачу сейчас стоит там, не знаю, там 5-10 тысяч уходит у нее на... Просто вот купить продукты, чтобы вот всех накормить, и бабулю, и меня, и Диму. Да, честно, это кошмар. Это кошмар, правда. Вот так. Всем привет, с вами канал Артмания. Приехали мы в гости. Свою дачу продали, приехали в гости. Смотрите, какая маленькая яблонька. И уже яблочки. 1, 2, 3, 4, 5 яблочек. Вот так здесь хорошо. Парник. Ягода вся высушенная. Никто не приезжает уже целую неделю. Не поливает никто. Опа. Ягода какая здесь огромная. Ой, мама, кто это? Сладенькая. Вот тут вообще все высохло. Никто не собирает что-то. Никому ничего не надо. Вкусняйте. Наверное, когда буду монтировать, буду вспоминать вкус малины. А тут что? Боярышник немножко. Что-то плохо полдоносит тут. Или что это? А, боярышник. Что-то мало совсем. Обычно они такие прям гроздями. Что-то мало. Такое дерево здоровенное. Боярышник я очень люблю.
его насушишь, насушишь, потом в термос завариваешь зимой и пьешь, и так вкусно. А вот там еще хочу купить такой же. Песочница. Как всегда. Аккуратнее, лучше не. Давай другой. Да. Крепость. Тихонько. Да, ну а же не могут. Надо же намусорить обязательно. А здесь, да. Полянка большая. Выгоревшая такая. Тренажер какие-то странные. А, это, там горка. А, там горка, вон качели. Что там еще вон. Такая напоминает советские времена. С советских времен вот это все. А, это бак какой-то. Выгоревшая трава. Детки, он гуляет, маленькие одни. Асфальт старый. Прикольно так. Ой-ой-ой. Я дальше. Ну как, нравится? Сиди там.